Сейчас я вас всех заплесошу. Не, ну это что-то неземное. Баба. Стойте, хватит суп выливать. Его зовут Володя. Всем привет, сегодня будем смотреть постройки фотика билдера. У меня три. Это его зовут Володя, кстати, познакомься. Да, это Володя, он, короче, умеет разрывать. Как? Он бокс разрывает. Покажи. Не надо. Ой. Володя держит красиво. Стоп. Дырка в стульчике. Ой, Иван. Это стульчик такой в туалет можно. Да, подождите, а где Володя? Какой Володя? Его разорвало на кусочки. Смотрите, факел вот так горит, а если вот тут через стекло смотреть, не горит. Да. Я так и сделал тренировку в своем году. Ну что, хоть еще? Молот. Так, ну что еще есть? У меня есть счетчик из старых версий. Я не знаю, показывают ли тебе механизм. Короче, разнообразие. Единицы, Дэнс это десятки, Хандрес это... Давайте будем ждать. Короче, здесь сколько? Здесь больше даже час. Давайте час подождем. Давайте час. Ладно, все. Мне надоело. Вот. А вот так это все будет, да. Все, тут уже много. Они внизу теперь. Зачем? Ладно, давайте смотреть дальше. У меня есть старый мой корабль, который я делал тоже давно. Они питаются нормальной едой. А что за флаг такой? Аналитики? Там деревенский туалет. Да, идем. Да, мы пойдем. Все посмотрим. Ну, идем в трюм. Здесь прям ровненько стоит все. Это шторка для переодевания, короче, китайская. Вот шторка для переодевания в Китае. И вот тут деревенский туалет. А еще двери, которые сбесили. О, нормально, питаются салатиком. Опять колбаса. Это суп. Нет, суп выливается. Он выливается. Блин. Нет. Ну, капец. Где суп? Нет. Они тут тоже выливаются. Вот целый. Суп. Суп выливается. Нет. Ой. Стойте, хватит суп выливать. Ой, все равно они здесь бутербродами питают. И вот здесь у нас второй Володя. У тебя бутерброды странные, они у тебя повыше, они развернут. Сверху вниз. Ладно, пошлите. Внизу. Так, тут есть пушки старые, без дырок. Как они стреляют? Да, и готовы еще. На трех колесах и... Какой-то... Ну, давайте. Веревки, которые вообще не держат, наверное, эти... Да. Ай, пушку разорвала, я тебе проточу. Да подожди, пока не взрывай ничего. Ну, 50 килограмм прыгал. О, нет, тротил! Тротил! Ай! Я уже, это создатель корабля. Поехали, давайте. Воду включайте, воду включайте, а то он сейчас тут все взорвет. Воду включайте. Фу. А, нет, рычаг! Давай! Нет, давай! Yes! Баба! Я после золота еду! Ты куда пошел? Быстро и после пройти там был! А ты не прошел только три испытания. Ну да. Все же я... Тут колбасы проезжают по морю. А, кстати! Сейчас будем мусор... Что у тебя есть? Я загружаю мусор. Ой. Какой мусор? А, он снимал, короче. Да. Что за мусор? Обычно. Что? Чего? Что это? Это мусор. Ну я понял, что это мусор. Откуда он? Может, увеличивало количество? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? О, нет. Ща, можно я дюпну их? Да, все, их нельзя дюпнуть. Тут 2000 блоков. Они сверху падают. Они падают. Сегодня, где лагала? Когда мы с ним играли. Ой, блин, а. Вы что творите? Это что такое? Это мусор. Гонять на коробку. По мусору пройдите. А, посмотрим. Не, ну это что-то неземное. Нет, это мусор. Нет, это не его. Ой, не надо, мы ее смотрели. Нет, нет, это другая его. А, ну давай.
старый. Мама такая, он мусор дюпает. Смешно звучит. Да, такое на ютубе банил. Хотя забанил. И этот, капитан Спэрроу, ты прям благодарил за капитан Спэрроу. А, вот это полная часть, да, этого? Ну, Нивы. Да, это другая. Это полная часть того мусора, да? Ну да. Это коробка передач. Стоп, а мы можем этот мусор сделать? Ну, вообще, давай. 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 Ой. Какая сейчас сервер нагружена? Ой, блин. Все, сервер залокал. У меня зависло. Мы попали в остановку времени. Да. Я могу уходить по остановке. Мы остановили, мы управляем временем. Мы на сервере еще или вышли? Мы на сервере. Мы на сервере. Я тут бегаю. Мы творили, у нас не страшно. Вообще у нас бегают. Вот, ух, ты помнишь моего робота, да? Помню. Вот, так мы таких надыпали 10 штук и взорвали. Сервер вообще был. Сервер был не сладко. А чё, сейчас перезаходить надо? Нет, сейчас взорвёшься. Нет, дальше там всё нормально. А я могу ходить. А я тоже могу, но только у других не отображается. Да, динамит. Здесь динамит уже. О, он куда-то уже. Есть! Взорвалось, да. Ну, взрывается. Один FPS. А у меня? Ноль. Вот, блин. Ну всё, Что, реально? Вы мою приватку портите. Эй, не надо больше. Сейчас. Нет, ты все испортил. Но этот мусор ждали долго. Ладно, давайте дальше. Но он же робот, логично. Ой, сейчас я вас всех запылесошу. Пират, можно тебя запылесосить? Нет. Ты уже мусор в истории. Кстати, а кто выиграет? Да, знаю. Уже не будет обвинять, будут мешать подписчики по ней, да? Да. Ай! Может, ой. Я тебя отпылесосил, спасибо, скажи. Буквы убирай, буквы. Да, убираюсь. Ай. Типа убираюсь. Зачем? Зачем ты? Он не пылесосит. На пылесос на бамбу, да. Давай, пылесосься. Ай, за пылесос. О, стой, стой там, стой. Рассетнись, ботер. Ну, фотик, давай, рассетайся. А тебя за пылесошу. Давай, давай. Ой, все, убрал, прикинь. Да, и пират, тебе много мусора. Да, тебе много. Два раза за пылесосил. Давай получил. Вертельные щетки. А, ты обчил щетку сейчас погнешь. Ой. Ой. Пацанчик крутой. Чё так меньше стало? Давай, давай. Ай, он нечистый. Он создал руку, которую мне не хорбал. Ой, чё-то испортился из-за чина. Всё. Ой, пылесос упал. Пылесос. Всё. Давайте я вам запылесосим. Динамит запылесось. А давай. А как его управлять? Динамит запылесось. Ой, я не в этом имел в виду. Давай. На F нажимай, на F. Ой. Да что такое? Прочный. Эй, мой. Это все динамит. Мой. А почему? А, ух, Рубикон, тогда получится. Нет. Что-нибудь будешь показывать еще? Ну, у меня больше. Ой, что ты сделал? Ну все тогда. Идем сюда. Сюда идем. Нет, что-нибудь в конце сказать надо же. А мне с вами можно? Да, можно. Всем пока. 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 Все. Аука.